«Красная гвоздика» – под таким названием в омских гипермаркетах прошла всероссийская патриотическая акция. Она направлена на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий. Организатором события является благотворительный фонд «Память поколений». В нашем регионе акция проходила при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Мы в очередной раз присоединяемся к всероссийской акции «Красная гвоздика», которая является, на мой взгляд, очень важным символом дани памяти всем погибших в Великой Отечественной войне, в других локальных конфликтах, участников боевых действий. Я считаю, что наша святая обязанность к ней присоединиться. С 19 по 22 июня волонтеры «Победы» в гипермаркетах «Магнит семейный» рассказывали омичам о возможности сделать свой вклад в доброе дело. Покупателям предлагалось приобрести значок с изображением красной гвоздики и таким образом сказать спасибо тем, кто отстаивал свободу страны. Людям всем интересно, то есть они у меня спрашивают, как это проходит, куда эти средства перенаправляются, как можно купить значок, как можно поучаствовать. Значок очень красивый, как бы, и вы помогаете и привлекаете внимание других людей, когда они видят значок вот на вас. Основной слоган данной акции «Помню, помогаю». Все могут помогать по-разному. Кому-то, может быть, нет времени идти и делать дела, но есть возможность часть средств направить целевое на помощь конкретной группе населения, которая действительно многое сделала для нашей страны. Средства, собранные в рамках акции, гипермаркет направит в благотворительный фонд. Вырученная сумма вернется в регион в трехкратном размере и пойдет на оказание высокотехнологичной помощи ветеранам боевых действий. Приятно хоть как-то маленько, но участвовать в такой акции, помочь хоть чем-то. Пусть ветераны будут, дети будут, без разницы. На то и мы страна, мощная страна, только поддержка друг друга и... Ну, есть какая-то возможность, почему не помочь?